Олег Кожемяка провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой. Один из вопросов, который они обсудили, касался последствий прошедшего тайфуна. Будем продолжать работу. Я думаю, спасибо, что большое. Как завершим, мы обязательно проинформируем и через Юрия Борисовича, вашего представителя. И я вам, значит, позвоню еще раз, поблагодарю. Вот, потому что работа я будет... Я вас поблагодарю. Да, работа будет как минимум 10-15 дней, просто чтобы аварийные последствия устранить. Аварийные. А уже непосредственно восстановительная работа, они, конечно, будут идти гораздо дольше. Вот. Но наша задача сейчас обеспечить подачу электричества и обеспечить проезд к населенным пунктам. Это вот главная цель. Как подчеркнула Татьяна Москалькова, главное правильно и справедливо оценить нанесенный ущерб людям, провести все выплаты. Вот здесь очень важно, чтобы МЧС вовремя сделала расчеты, чтобы у нас не было судебных процессов и люди получили возмещение вреда вовремя. Я вижу, как много вы делаете. Мы каждый день на связи с уполномоченным по правам человека в Приморском крае. Оценивая в целом работу правительства Приморья с обращениями граждан, Татьяна Москалькова отметила положительный пример региона в этом плане. Также она поблагодарила Олега Кожемяка за большой вклад в поддержку специальной военной операции на Украине, отметив важность появления уникальных программ поддержки погибших и раненых участников военных действий. Артем Белов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.